Последний звонок прозвучал в школах Сургутского района для более 2000 выпускников. В поселениях состоялись торжественные мероприятия – прощание с родной школой, наставление учителей и слезы родителей. Как это было в нашем следующем сюжете? Прощальный вальс – добрая традиция выпускников по всей стране. В школе Солнечного к этому событию тщательно готовились. Здесь в новый этап жизни вступает 51 одиннадцатиклассник. С напутственным словом выступили учителя, родители, а также глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Пожалуйста, выпускники. Совсем немного. Выпускные экзамены, выпускной. И вот она, взрослая жизнь. Давать советы, делать благодарное. Но вот что хочу сказать. Первое. Жизнь достаточно несправедливая штука, поэтому вам придется доказывать свое право на место в ней, на успех. Поэтому готовьтесь к этому. А любите и цените своих родителей. Это те люди, которые будут любить и помогать вам, вне зависимости от того, где вы, кто вы. Поэтому помните об этом. Выпускники признаются, ощущали легкий мандраж всю последнюю учебную неделю, с улыбкой вспоминают свои школьные годы и уже настраиваются на ЕГЭ. Им предстоит сдать два обязательных предмета – русский язык и математика, и два по выбору. Каждый ученик еще в начале 11 класса выбирает, куда он будет поступать, потому что все-таки от этого зависит, какие предметы ты будешь сдавать. Волнение присутствует даже у тех, кто абсолютно знает, что он все сдаст, поэтому в любом случае до самого экзамена стоит продолжать подготовку и на секунду ее не откладывать. Из школ Сургутского района в этом году выпускается порядка 1500 девятиклассников и 600 одиннадцатиклассников. Планы на будущее большие. Система образования Сургутского района заточена на профориентацию школьников, чтобы сейчас им было проще сделать выбор и поступить в заветные учебные заведения.